Сегодняшняя наша лекция – статистика национального богатства продолжения, показатели активов и пассива баланса по системе национальных счетов. Для рассмотрения показателей активов и пассивов в плане лекции определены следующие три вопроса. Первый – концептуальная и институциональная основа баланса активов и пассивов. Второй вопрос – классификация и группировка активов. И третий вопрос – статистическая отчетность. Эти вопросы предусмотрены в плане лекции, второй лекции национальной статистики национального богатства. Что такое концептуальная и институциональная основа баланса активов и пассивов? Мы с вами знаем, что институциональные единицы, показатели институциональных агентов – это основные показатели, элементы в системе национальных счетов. Что такое концептуальная основа? Как видно на слайде, концептуальная основа представляет собой документ, входящий в систему статистики государственных финансов, то есть это баланс активов и пассивов. Этот баланс обеспечивает статистические данные, которые позволяют последовательно и систематически изучать динамику финансовых операций, финансовую позицию и состояние ликвидности активов. Стандарты, которые предусмотрены в статистике государственных финансов, корреспондируют с другими международными системами, принятыми в Республике Узбекистан. То есть это система национальных счетов, разработанная в 1993 году Международным комитетом статистики. Это руководством по платежному балансу, тоже разработан Международным комитетом статистики в 1993 году. И руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике, разработанное в 2000 году. Все эти показатели, принятые как стандарты статистики государственных финансов, можно посмотреть по ссылке, которая приведена на данном слайде. Сбор, свод и анализ информации статистики государственных финансов для формирования баланса активов и пассивов приводится в обзоре Центрального банка и возложено статистический учет, ведение статистического учета на Департамент монетарной политики Центрального банка Республики Узбекистан. Какова же цель составления вот этого баланса активов и пассивов? Как приведено на слайде, основная цель – обеспечить учетную основу для анализа налогово-бюджетной политики страны либо региона. Что представляет собой баланс активов и пассивов, который входит в систему статистики государственных финансов? Он представляет собой отчет об операциях органов государственного управления в системе баланса денежно-кредитной и финансовой статистики, а также отчет о других экономических потоках, который связан с отчетом операций органов государственного управления. Все показатели сформированы в соответствии с подходами и принципами, которые изложены в руководстве денежно-кредитной финансовой статистики и распространяются на ежемесячной основе. Что это означает? То есть ежемесячно данные по определенной форме статистической отчетности предоставляются в таком виде. Центральный банк Республики Узбекистан в рамках специального стандарта распространения данных публикует следующие показатели. Эти показатели приведены вот на ссылке, которую я вам показала на предыдущем слайде. Вот она, эта ссылка. Значит, какие основные показатели, которые публикует Центральный банк? Это, во-первых, денежная база. Второе – это внутренние требования, то есть между институциональным субъектом Республики Узбекистан и чистые иностранные активы. Дадим определение, что такое денежная база. Денежная база представляет собой выпущенные в обращении Центральным банком Республики Узбекистан наличные деньги, а также остатки средств на счетах обязательных резервов в Центральном банке Республики Узбекистан и депозиты других финансовых и нефинансовых организаций. Таким образом, мы видим, что денежная база представляет собой наличные деньги и остатки средств на счетах предприятий. Внутренние требования.
Совокупность требований Центрального банка Республики Узбекистан к другим депозитным организациям или к другим финансовым организациям или к частному сектору Республики Узбекистан. И это для характеристики так называемой задолженности внутри расчетных задолженностей. И чистые иностранные активы – это сальдо активных и пассивных операций Республики Центрального банка Республики Узбекистан с нерезидентами Республики Узбекистан в иностранной валюте, которые переоцениваются в суммы по официальному курсу, установленному Центральным банком Республики Узбекистан на конец статистического отчетного периода. Особенности учета вот этих показателей, приведенных на этом слайде, то есть денежной базы, внутренних требований, чисто иностранных активов. Особенности учета представлены на этом слайде. То есть учет ведется на основании рыночной стоимости и отражает реальную стоимость всех экономических активов, задействованных в этих статистике государственных финансов. Второй особенностью учета является метод начисления. Метод начисления позволяет отразить операции с экономическими активами в неденежной форме, если такие операции были произведены, то есть в натуральной форме, а также включить обязательства хозяйствующих субъектов. Учет ведется по следующей таблице, то есть баланса начала, операции текущие и баланс на конец. Таким образом, мы видим, что баланс активов и пассивов формируется по этой схеме, которая приведена на данном слайде. Институциональная основа баланса активов и пассивов делится на две категории. Первая категория – это экономические сектора, которые участвуют при формировании баланса активов и пассивов. Экономические сектора включают сектор государственного управления, сектор нефинансовых корпораций, сектор финансовых корпораций, сектор некоммерческих организаций и сектор домашних хозяйств. То есть эти пять секторов, экономические секторы, учитываемые в группировке институциональных субъектов. Институциональные единицы – это структуры, которые самостоятельно владеют своими активами, сами от своего имени принимают обязательства, занимают экономической деятельностью и ведут операции с другими секторами экономики. Сюда включают в состав институциональных единиц государственные единицы, включая фонд социального обеспечения, некоммерческие организации, то есть бюджетные учреждения, оказывающие услуги домашнего хозяйства, корпорации, включая акционерное общество до 50 акций, которых составляет 51% плюс одна акция, и квазикорпорации. Такая группировка приведена согласно системе национальных счетов. Охват системы статистики государственных финансов. Это государственный сектор, включает сектор государственного управления и контролируемые органами государственного управления институциональные единицы, а также сектор государственного управления – это совокупность единиц, проводящих государственную политику путем предоставления услуг нерыночного характера и перераспределения доходов и имущества. В сектор государственного управления включается налоговый комитет, таможенный комитет, Министерство финансов и так далее. Состав государственного сектора приведен на данной схеме. То есть сектор государственного управления включает органы законодательной власти, органы исполнительной власти, органы судебной власти, фонды социального обеспечения и некоммерческие организации, включая бюджетные учреждения, а также корпорации, где акционерный капитал составляет 50% плюс один акции, и квазикорпорации, то есть государственные управления. Сектор государственного управления. Рассмотрим второй вопрос. Классификация и группировка активов. С точки зрения баланса активов и пассивов в системе национальных счетов, активы группируются, они представляют собой экономические активы.
То есть объекты, в отношении которых институциональные единицы индивидуально или коллективно реализуют свое право собственности, и активы, от владения которыми или использования которых в течение определенного периода их владельцы могут получать экономические выгоды. Такое определение экономических активов используется в статистике государственных финансов в системе национальных счетов. С этой точки зрения экономические активы подразделяются на два вида, то есть финансовые активы и нефинансовые активы. Как показано на данном слайде, финансовые активы представляют собой финансовые требования кредиторов, которые приводят к возникновению соответствующих обязательств, то есть пассив у должников. Финансовые требования представляют собой актив, который дает кредитору право получить платеж или ряд платежей от должника в обстоятельствах, оговоренных в контракте между двумя этими сторонами. Это финансовые и экономические активы. Нефинансовые активы включают все экономические активы, кроме финансовых. То есть это могут быть, как мы видели на предыдущем слайде, это могут быть ресурсы предприятия, это могут быть патенты, это могут быть программные обеспечения и так далее. И третий вопрос – статистическая отчетность. Статистическая отчетность представляет собой следующие формы статистической отчетности. Делится на две категории, то есть на два вида, так же как и в бухгалтерском балансе. Это активы и пассивы, как видно на данном слайде. Активы включают нефинансовые активы. Сюда включаются основные фонды, запасы материальных оборотных средств, валюты и депозиции, ценные бумаги, суды юридическим лицам, акции и другие формы участия и прочая дебиторская задолженность. То есть нефинансовые активы и финансовые активы. Финансовые пассивы включают ценные бумаги, кроме акций, суды, доходы будущих периодов, прочая кредиторская задолженность. И разница между активами и пассивами дает нам чистую стоимость активов и чистую стоимость финансовых активов. Это у нас форма статистической отчетности в государственном секторе экономики. Как видите, вторая и третья графа представляют собой сектор органов государственного управления, то есть отдельно казначейство, то есть показатели, стоимостные показатели казначейства по видам активов отражаются во второй графе таблицы, и бюджетное учреждение суммы отражает в третьей графе таблицы. Государственное институциональные предприятия, то есть управленческие предприятия, это четвертая графа, и акционерное общество, это пятая графа. Это форма статотчетности баланса активов и пассивов системы национальных счетов. Государственным сектором экономики, то есть сектор органов государственного управления, формирует пассивные части, финансовые пассивы, суды, и получаем чистую стоимость активов. Сюда включаются акции и другие формы участия в капитале, страховые технические резервы, производные финансовые инструменты, прочие дебиторскую задолженность, монетарное золото и специальные права заимствования. Вот это форма статистической отчетности. Таким образом, мы с вами сегодня рассмотрели тему баланс активов и пассивов в системе национальных счетов, статистики национального богатства.